За полтора часа проверок инспекторами ГАИ было остановлено 50 автомашин, в которых перевозились дети. В итоге в 5 случаях были выявлены нарушения требований правил дорожного движения. Несовершеннолетние пассажиры перевозились без использования специального детского удерживающего устройства, позволяющего пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. За игнорирование этого требования водители-нарушители были привлечены к ответственности. Всем им выписан штраф в размере 3000 рублей. Здравствуйте, а сколько лет вашему ребенку? 11. Без детского удерживающего устройства? Да. А почему? Она нормальным ребенком истегивается. Вы не знаете то, что до 12 лет дети должны переводиться с применением детского удерживающего устройства? Я знаю, она большая, крупный ребенок. Куда ее пристегнуть? Хочется отметить, операция автокресла дает положительный результат, отметил сотрудник управления ГИБДД УМВД России по Ульяновской области Валерий Слипченко. С каждой новой проверкой число водителей и нарушителей снижается. Ульяновцы стали больше заботиться о безопасности своих детей во время автопутешествия. Андрей Корчагин, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.